Это лайф, и мы продолжаем. Полицейские Карачаево-Черкесской республики унизили боевика, запрещенного в России ИГИЛ. На кадрах, которые вы сейчас увидите, сотрудники Центра противодействия экстремизму заставляют присягнуть им на верность и призывать всех террористов сдаться. Кроме того, боевику пришлось назвать свою группировку «Джамаат» трусами. Весь наш джамаат – чмошники и трусы. Сегодня нас задержали братья ИЦКП, у которых есть настоящий мощный джамаат. Хочу обратиться ко всем муджахидам. Пока за вами не пришли сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии, идите и сдавайтесь. Как стало известно Лайфу, неделю назад спецслужбы задержали 6 жителей Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья, присягнувших на верность запрещенной террористической организации ИГИЛ.